В городском суде вынесен приговор за обман с недвижимостью. Напомним, обвиняемые мать и сын, причем женщина-владелица агентства недвижимости «Вариант». По уголовному делу проходили пятеро пострадавших. Один из них, пенсионер, лишился квартиры и оказался в доме престарелых. Другие эпизоды связаны с именным капиталом семья. При вынесении наказания суд учел состояние здоровья 54-летней женщины, но она получила реальный срок – 3 года в колонии общего режима. Ее сын 1,5 года, но условно с испытательным сроком 2,5 года.